Финал всероссийского вокального конкурса «Новая звезда» 2019 состоялся 4 января в эфире телеканала «Звезда». Победителем по версии жюри стала представительница Смоленской области Тамара Дудуния. Далее до 12 января продолжилось зрительское голосование за наиболее популярных участников сезона и вместе с тем за возможность для новичков попасть в следующий сезон без кастинга. Победителями зрительского голосования стала семья Айжи из Тувы. Три сестры и брат набрали наибольшее количество голосов от зрителей. От телеканала «Звезда» они получили статуэтку и сертификат на 1 миллион рублей. Артисты рассказали, что средства, полученные при СМС-голосовании, будут перечислены в благотворительный фонд «Шаг вместе», который помогает детям, больным ДЦП. Дорогие наши земляки, вот и завершилась церемония награждения победителей. И в итоге Республика Тыва, мы стали победителями всероссийского вокального конкурса «Новая звезда 2019» по версии телезрителей. Вот наша награда. Спасибо большое всем, кто голосовал, кто переживал за нас днями, ночами, без сна голосовал.